Всем привет, друзья! Вы на канале Makita PT. Не забывайте подписываться на наш канал и реагировать на наши выпуски. Одни из самых мощных фрезеров производства компании Makita сегодня у нас в обзоре, который мы сейчас, конечно же, рассмотрим. 2013 год производства. Это модели RP2300FC и RP2301FC-X. Предназначены фрезера для зачистки заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и подобных материалов. Комплектации у фрезеров абсолютно аналогичные, с маленькой лишь разницей в параллельных упорах. Начнем с 2300 фрезера. В его комплект входит в первую очередь вся необходимая документация. В самом фрезере уже установлена цанговая гайка на 12 мм. Также вдобавок идут две переходные втулочки на 6 и на 8 мм. Также в этом наборе ключ для цанговой гайки на 24 и винт М6 длиной 135 мм для установки фрезера в стол. Далее мы наблюдаем в комплекте патрубок для подключения пылесоса, который можно установить вместо вот этого защитного отбойного экрана. Вот этот передний язычок входит вперед в углубление. Патрубок устанавливается и фиксируется винтом. И последняя деталь данного комплекта – это параллельный упор. Вот он в разборе, мы его позже соберем. Второй фрезер содержит в комплекте также всю необходимую документацию, патрубок для пылесоса, тот же самый ключ на 24 для цанговой гайки, тот же самый винт для установки в стол, ровно те же самые две переходные втулки на 6 и на 8 мм. И на самом фрезере защитный экран, вместо которого можно установить патрубок, и цанговая гайка на 12 мм. Также в комплекте идет параллельный упор, но несколько иного характера. Посерьезнее, потяжелее и поинтереснее. Ну и также к нему две металлические направляющие. Помимо параллельного упора есть еще некоторые моменты отличий данных фрезеров. Например, мощность у 2301 модели мощность составляет 2 кВт 100 Вт, тогда как у фрезера 2300 здесь 2300. Плавный пуск присутствует у обеих моделей, в то время как электрический тормоз присутствует только у модели 2301. В 2300 он отсутствует. У моделей одинаковое количество оборотов от 9000 до 22 тысяч оборотов в минуту. Имеется регулировка этих оборотов. Это вот такое колесико наверху корпуса с 6 значениями. Также имеется табло, которое указывает, какое значение, сколько оборотов в себя включает. И это же самое табло вы можете найти в инструкции по эксплуатации. Под нагрузкой данные обороты здесь тоже стабилизируются. Данная функция у обеих машинок присутствует. Рычаг запуска на рукоятке так просто не нажимается. Он оснащен кнопкой блокировки, которая по совместительству выполняет функцию фиксации рычага для длительных работ. Таких удобных рукояток с резиновыми вставками здесь две, и руки очень удобно на них ложатся. Погружается любой из этих фрезеров плавно и равномерно, даже если это делать одной рукой. Спереди слева находится рычаг блокировки данного лифта. Можно поставить фрезер на стол вверх ногами, поверхность для этого специально сконструирована. Вот как раз вот эти четыре выступа специальные на корпусе сверху сделаны, на них и ставится фрезер при замене фрезы и прочих операциях. Именно этим мы сейчас с вами и займемся, установим в фрезер оснастку. Советую быть осторожными, данные направляющие все в масле, либо работайте в перчатках. Кнопка блокировки шпинделя нам понадобится, попала в отверстие, шпиндель заблокирован. Теперь срываем цанговую гайку, тем самым ключом на 24. До конца ее снимать не обязательно. Погружаем нашу с вами фрезу. Глубина отверстия в шпинделе составляет 50 мм. Теперь затягиваем плотно.
все тем же ключом на 24. В случае же, если ваша фреза имеет хвостовик 6 или 8 мм, то вам понадобится втулочка. С помощью тех же махинаций мы снимаем цанговую гайку. Затем устанавливаем втулку. Можно делать это не снимая гайки, просто я снял, чтобы вам было виднее. После чего фрезу устанавливаем в нашу конструкцию и закручиваем до конца. Затягиваем ключом с использованием блокировки вала и можно работать. Все втулки, как и цанга, имеют все необходимые прорези, поэтому насадка будет зажата качественно. Глубина погружения фрезы составляет 70 мм. Вот сюда в подошву можно установить копировальную втулку, которая приобретается отдельно. Делается это без использования дополнительных инструментов. Для этого просто необходимо данный рычаг на платформе оттянуть вперед, установить втулку и затем отпустить. Спереди имеется ступенчатая настройка глубины резания, которая позволяет не изменять положение штифта ограничителя. Здесь имеется три настройки. Штифт ограничитель имеет резьбу и может либо вкручиваться и выкручиваться вручную, либо можно игнорировать эту резьбу с помощью вот этой кнопки, которая снабжена предохранительной шайбой. То есть мы ее предварительно раскручиваем, зажимаем кнопку и двигаем, как нам удобно. Главное во время этой махинации не вынуть вот эту часть наверх, вот эту вот, потому что она и крепит сам штифт, и еще на ней стрелочка. Ручное вращение данного штифта происходит только лишь с помощью верхней вот этой ручки, а данная ниже шайба с делениями не регулирует ничего. Мы просто выстраиваем по ней ноль, вот наша стрелочка, и дальше регулируем самим штифтом. То есть мы с вами опускаем корпус до соприкосновения фрезы с поверхностью, фиксируем рычагом, опускаем штифт и поворачиваем шайбу на ноль. Красный стопор тоже переводим на ноль. Затем отпускаем фиксатор и выбираем нужную глубину фрезерования. Добиваем миллиметраж микроподстройкой и работаем. Сверху на корпусе за штифтом мы видим вот такую нейлоновую гайку. Она регулирует верхний предел корпуса. Сильно низко опускать не рекомендуется, иначе фреза будет опасно выступать. Винт для стола 6 на 135 устанавливается вот отсюда и вот до сюда. Он также позволяет использовать функцию микролифта. Подстройка в данном случае будет равна также 1 мм за один оборот. Боковые упоры – это еще одна разница данных комплектов. Вот у меня сейчас в руках упор модели RP2300. Он достаточно простой. Вот так вот он собирается. Снимаем барашковый винт. Устанавливаем это вот таким образом, чтобы здесь винт подстройки мог тоже регулировать расстояние. Ну а барашковый винт, конечно же, все закрепляет. Затем вся эта конструкция устанавливается сбоку в подошву со стороны вот этих барашковых винтов. Второй же упор из модели 2301 у нас посерьезнее. Здесь очень много ребер жесткости. Здесь также есть шайба с делениями, которая ничего не регулирует, и подстройка в виде 1 мм за оборот. После данной настройки фиксируем барашковым винтом. Кстати, вот эти части тоже имеют возможность быть отрегулированными. Ну и отдельно две металлические
направляющие длиной по 450 мм. Их можно регулировать как в платформе фрезера, так и в самом упоре. Устанавливаются они в крайние отверстия и фиксируются идущими в комплекте барашковыми винтами. Ну и дальше эта самая конструкция по такому же принципу устанавливается в подошву фрезера. Шнур каждого инструмента имеет длину 4 метра, а также все снабжено двойной защитной изоляцией. Следовательно, розетка с заземлением вам не потребуется. Итак, фрезеры включены в сеть. Сейчас мы послушаем, как они работают и как изменяются обороты. Сперва мы послушаем модель 2300, как работает плавный пуск и как отсутствует электрический тормоз двигателя. Скорость максимальная. И теперь модель 2301, скорость также максимальная, у которой есть электрический тормоз двигателя. Теперь ставим скорость минимальную и слушаем, как изменяются обороты. Прямо на ходу это можно делать. Также обратите внимание, вот здесь на фрезере установлены два мощных светодиода для подсветки рабочей зоны. Она продолжает работать 10 или 15 секунд после остановки двигателя. Смотрим. Замена угольных щеток на данных приборах самостоятельная. Вот здесь сверху с одной и другой стороны каждого прибора на двигателе есть доступ к этим самым щеткам, щетки CB203. Габаритные размеры каждой модели 155 на 294 на 312 мм. Вес каждой модели 6 кг 100 грамм. Обе модели произведены в Японии. Работа фрезерами позволяет обрабатывать кромки, зинковать, получать пазы и борозды, шпунтовать и выполнять любые другие операции в зависимости от установленной фрезы. Обе модели изготовлены из качественных материалов с повышенной износоустойчивостью, добротной сборкой, дизайном и хорошей эргономикой. Итак, друзья, фрезера RP2300FC и 2301FCX приобрести можно на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылочкам в описании под этим видео. Перед этим не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры.